Всем приветик, ребята! Вы на канале TNT Fox. Сегодня, как видели по превьюшке, будем взрывать очередную стиралочку. Для вас постарался, сюда приперел эту стиралку, поэтому сегодня ее повзрываем. Смотрите, вот таких больших петард взял на сегодня. Красар 8, Горилла Бомб, Ахтунг, Джамбо Бэнк, Красар 12, Биг Джамбо, вот такой Ахтунг, Красар 12, Биг Бум, Красар 16, Блэк Тайгер и Ахтунг. Также еще есть вот большие петарды. Также гранатка вот. Давайте я их вот сюда буду ложить, чтобы не отсырели, как в прошлый раз. Смотрите, еще сколько здесь пиротехники. Это все мы повзрываем в стиралочке. Будет очень интересно. Поэтому давайте, пожалуй, начнем. Так, только быстренько все сложим. Кстати, кто не видел предыдущие видосы со стиралками, ребят, обязательно советую посмотреть. Вот. И напоминаю, ребят, как только набирается 20 тысяч лайков под такими роликами, со стиралками, вот под этим роликом набирается 20к лайков, сразу, ребят, выпускаю следующий видос со стиралкой. Думаю, вам понравится такое. Будем взрывать какую-то очередную стиралку или какой-то другой предмет по вашим просьбам. Поэтому давайте начинать. Что ж, так, ребят, сейчас одену перчаточки, чтобы не пачкать руки, и с чего-то начнем. Пиротехники здесь очень много, как видите, можете пока рассмотреть. Вот. Давайте начнем, наверное, с самых таких безобидных розочек, думаю. Пусть они там покрутятся в барабане, будет, думаю, интересно. Так, все, одел перчатки. Есть, давайте выберем. Так, розочки у нас тут комплект очень большой. Я взял много разных, чтобы вы посмотрели эффекты. Вот, смотрите, такие розы. Вроде бы все выбрал. Не, еще одна где-то. А, вот она. Смотрите, сколько. Разные розочки. Это очень круто. Так. Ставим камеру. Так, розочки остальные можно в карман. Давайте будем по одной вытягивать и поджигать. Так. Сырака вот так у нас открывается. Здесь есть такая защита. Во. Вот так вот. Так, беру зажигалку и давайте начнем супер тест наш. Так, эту штуку вообще-то нужно оторвать. Поэтому попробуем. Давайте-ка мы ее, наверное, сразу оторвем какой-то мощной петардой, не знаю, если получится, вот сюда. Так. Например, вот такая, или нет, все просили, чтобы я взрывал какие-то P23, поэтому давайте. P23. Так, только как ее открыть? Ну, давайте пусть так. Посмотрим, что будет. Ух ты, шо, весь верх оторвал, зашибись. Так, смотрите. Это в сторону. Так, вверх, я думаю, можно вот так где-то ставить. Или давайте снимем его. Туда его. Так, ну что. Взрываем сам барабан. Так, все, есть у нас тут. Бросаем розочки. Так, первая пошла. Давайте две таких. Смотрите, вот это да, что-то стиралка как-то быстро разорвалась после одной петарды. Ну ничего, у нас еще есть много петард, которые мы туда позабрасываем, потому что барабан очень мощный.
Давайте еще такие. По одной. Так, думаю, с розочками хватит. Хоть их и много, но хочется еще что-то побросать. Так, поэтому давайте, пожалуй, забахаем. Давайте бахнем вот такой салютик внутри. Я закрою. Будет интересно. Жаль, этот верх оторвался. Я в прошлый раз ставил на него камеру. Ладно. Так, пока освободим фитиль. Вот такой фитиль длинный. Да, и как теперь быть? Вот так вот. Давайте. Ну-ка. Так, ты шо, коптила жесткая там внутри. Да. Что-то быстро стиралка сдалась, ребят. Очень слабенькая. Давайте. Что еще можно туда закинуть? Давайте попробуем туда бросить пулеметных лент. И побросать туда, короче, римскими свечами постреляем. Попробуем туда попасть. Так. Так, давайте вам покажу. Вот такие есть пулеметные ленты. Так, закинем их непосредственно туда. Вот это там жестко. Во. И будем шмалить римскими свечами. Так, есть вот такие римские свечи. Называются Т6237 от фирмы Максим. Давайте поджигать. Постреляю немного так, а потом туда опущу и пусть там стреляет внутрь. Пошла жара, ребят. Вот это бомбежка лютая. Как думаете, все взорвались? Блин, ничего не видно. Давайте тогда закинем что-то еще крутое. Так, что у нас тут есть? Смотрите, вот такая штука есть. Вот. Давайте проверим вот эту штучку. Как она горит. Так. Есть, ну-ка. О, голубым таким. Проверяем там. Как в фильмах с фаерами. Бросаем, а там какой-то монстр. Ух, загорелось. Смотрите, смотрите, там горит. Мощная свеча. Так, давайте тогда петарду какую-то закинем, чтобы там рвануло. Например, давайте вот такой маленький блиц. Посмотрим, смотрите, там уже горит. Ну, давайте. Воу. Взлетит или нет? Класс.
Странно, почему-то барабан загорелся пластмассовый, что ли? Да, ни черта не видно. Так, давайте тогда закинем туда сразу вот такой крекинбол. Большой мячик, кто не знает. Давайте я вам покажу. Советую покупать, такие очень нравятся. Вот как маленький крекинбол, только такой большой, смотрите. Очень круто взрывается. Так, закроем его. Поехали. Сейчас будет коптево. Лютый взрыв. Раздымилась жестко. Вот это да. Прикиньте, что будет, если я сюда заброшу Корсар 16. Блин, хотелось бы еще повзрывать какими-то петардами, но... Ну, давайте тогда посмотрим, что можно такого закинуть, потому что брал очень много всего. Давайте тогда гранату взорвем. Для начала так самые слабенькие выберем. Вот, еще такие штучки есть. Давайте их протестим. Давайте возьмем, сколько здесь, 3 цвета, попробуем, как они стреляют, эти мячики. О, один пустой, прикиньте. Так, сейчас возьмем тогда другой. Первый раз вижу, чтобы мячик был пустой. Капец. Ну-ка. Смотрите. Даже крекинболы теперь умудряются испортить, ребят. Ну, давайте тогда. Еще один. Что-то они какие-то слабенькие вообще. А нет. Я ошибался. Вроде трещат хорошо. Так, теперь красный. Такое, в общем, напишите в комментарии, как они вам, понравились или нет. Давайте тогда гранату забросим. Так. О, пошла. Есть взрыв, можно подходить. Это да. Смотрите, по сторонам вообще пусто. Предыдущие стрелки были как-то чем-то забиты, а здесь практически ничего нет. Что ж, давайте тогда дальше придумаем, что бахнем. Предлагаю закинуть блиц и закрыть. Посмотрим, как рванет, а потом еще один блиц. Есть. Блин, негде поставить. Давайте тогда вот так вот вам сниму. Ну что, погнали. Вот такой циркоблиц. Не открылась крышка. Сильно мощный, фу, барабан. Давайте тогда какую-то петарду взорвем. Потом еще что-то интересное. Так, смотрите, есть вот такая штука. Так, из таких более слабых у нас есть. Вот. Давайте тогда начнем с шестого. Тоже тогда буду вот так держать. И... Ё-моё, из-за пластмасски. Не закрыл. Ты шо? По-моему, с открытым громче взрывается, чем с закрытым. Так, теперь точно получится. Смотрите, взрываем вот такой Корсар 7 от Золотого Дракона. Так, теперь я точно смогу. Посмотрим, как он рванет.
Да, с закрытым получше. Дымище. Фу, в эту сторону, лютая. Смотрите. Вот такой Корсар. Пусть проветривается. Пойдемте что-то еще выберем. Так. Хочется все такое мелкое сначала затестить, чтобы, а то сейчас взрыв, как видели, первые петарды разорвало по жесткому. Давайте закинем, наверное, вот такой стробоскоп. Пусть подымит. Будет такая дымовуха. Во. Посмотрим. Поджигаем стробоскопчик. Киньте, там еще загорится, будет вообще улет. Что-то с этой штукой дыма. Маловато. Как печка, ребят. Блин, там просто ад. Закинем вот такой блиц. Ух ты, шо там просто горит люто. Так, я успею хоть закрыть? Ну давайте. Сейчас оно затушится вмиг. А не. Не затушилась. Ну тогда давайте мы и затушим. Возьмем мокрого листья. Потому что хочется еще позвать. Зачем оно, чтобы оно там горело? Фу. Лютая смесь. Так, ну что, давайте тогда что-то покрупнее закинем. Так. Есть вот такие штучки. Слышите, там еще что-то потрескивает. Black Devil. Боюсь уже туда ее кидать, чтобы не разорвало. Ну, давайте тогда проверим. Коптит. Так, берем вот эти две. Поехали. Так. Смотрим, бабах. Вот дымок пошел синий. Блин, второй прогорел. Ладно. Так. Конфета есть. Чего у нас там так дымит, блин, жестко? Может еще кинуть листья? То раздымилась, зараза. Туши есть. Так. Думал, подорву петарду и затушится, но не. Следующая петарда Black Devil. Помните, как после P23 разорвалась? Посмотрим, как сейчас будет. Блин, горячая, капец. Лють. Так, выберем. Что еще? Забахаем Crazy Robots. Давайте вот такие. Лед раздымилась. Ого, барабан раздвинулся.
Так, нет, думаю, ребят, пора бросать большие петарды, потому что сейчас еще разорвется по-жесткому. Крышечку оторвала, блин. Так, давайте тогда накроем все это Корсаром 16, а остальное добьем большими петардами. Ну что, готовы? Вы готовы, дети? Так, только сейчас мы соберем пазл. Вот так. Чтобы я смог все... Ой, блин. Чтобы я смог все это закрыть. Так, сейчас мы чуть-чуть повыше сделаем. Вот так. Блин, отходим подальше. Барабан уже оторвался. Жесть. Так, это в сторону, чтобы не мусорить. Фу, давайте посмотрим. Это да. Давайте еще туда закинем несколько таких крупных. Так, пока у нас есть. Давайте, один туда, один сюда. Блин. Думал затух, но нет. Равно хорошо. Капец. Мощно, барабан разорвало, смотрите. По швам. Вот это Корсар 16 лупанул. Давайте туда еще вниз внедрим какой-то из петард. Будет интересно. Так, закроем штатив. Так, что у нас тут есть? Большой бигбум. Или давайте, давно не тестили вот такие петарды. Смотрите. Тоже очень мощные. Я их не часто беру, но смотрите, есть у меня 4 вида разных. Давайте их тоже затестим. Давайте первый Mad Clown бахнем. Посмотрим только, куда его заложить. Давайте где-то вот туда. Прямо в проводочку. Думаю, жахнет хорошо. Фух, дверку оторвало. Вот это улет. Давайте посмотрим. Вот туда она взорвалась. Видите, внизу где-то тут. Да тут уже практически нет нечего взрывать. Просто тратить петарды. Давайте еще одну взорвем. Вот. Теперь попробуем соловья-разбойника закинуть. Вот сюда. Оторвет крышку, не? Оторвало вроде что-то. Круг я вылетел вон. Фу, смотрите, какой взрыв. Да, тут разнесло по-жесткому. Давайте сюда между лифтом засунем. Вот этим еще. Так, с вот этими нужно
быть поаккуратнее. Вот, штучками. Чтобы случайно не поджечь. Потому что после вспышки сразу взрывается. Так. Все, разбомбили. Давайте еще одну туда напоследок. Будем заканчивать. Так сказать, будет последняя из больших. Вот такой монстр. Монстр. Вот, добьем стиралку. Все, это точно окончательно. Вы видели, как барабан вылетел? Да, лютый взрыв. Так, это не будем уже взрывать, чтобы тут не мусорить, потому что я потом буду целый день тут убирать. Во. Что ж, вот так мы рванули, смотрите. Барабан, короче, по-жесткому вылетел, оторвался полностью. Дырку пробило 16-м корсаром. Что-то легкая стиралка попалась. Очень легкая. Вот, у нее какой-то груз. На дне, вон, смотрите. Такой, очень легкая, разорвалась быстро. Надеюсь, вам понравилось, ребят. Если хотите, набираем 20к лайков быстро и буду взрывать еще какую-то стиралку. Можно вот такую с люком, мне она больше нравится, поэтому будем, наверное, в следующий раз взрывать ее. Позрываем там еще каких-то салютов. Эти петарды оставим тогда на следующий раз. Тоже все это затестим, побросаем. Вот, салютик. Думал закинуть, но сначала крышка оторвалась. Так что ладно, оставим его на следующий раз. И вот такую штуку думал бросить, ну ладно. Петард еще много осталось, будет что позрывать в следующей серии. Надеюсь, вам данный ролик понравился. Вот так мы взрывали стиралку. Во. Пишите, как позрывать в следующий раз, какие петарды взять, что еще туда забрасывать. Будет очень интересно почитать. Сейчас буду все это убирать и заканчивать ролик. Что ж, ребят, надеюсь, вам понравилось. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Напоминаю, 20 тысяч лайков набираем, и сразу выходит следующий ролик продолжения вот такой стиралки. Будем взрывать какую-то еще стиралочку. Подписывайтесь также на второй канал. Ссылка будет здесь, также внизу в описании. На втором канале выходят тоже топ-видосы с пиротехникой. Думаю, всем понравится. Поэтому подпишитесь, чтобы не пропустить. Также, чтобы не пропускать, нажимайте на колокольчик, тогда будет приходить уведомление по поводу новых видео. Пишите, что думаете по поводу таких взрывов, как вам, понравилось или нет. Мне понравилось однозначно. Особенно, когда барабан в конце вылетел. Было очень шикарно. Не вижу, тут нету практически смысла уже добивать что-то, потому что здесь цельный корпус. Как видите, он не раскрылся. Оторвалась только вот эта часть, вот, что здесь держалась. Дальше взрывать не вижу смысла, просто мусорить, а потом это все убирать. Вот. Поэтому продолжим с какой-то новой стиралочкой. Оставим петарды. В общем, надеюсь, вам понравилось. Смотрите, здесь 4 видео, они тоже классные. Может быть, вы их еще не видели. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока. Жду вас в следующих видео. До новых встреч.